Салют юным шахматистам! Сегодня мы будем учиться ставить мат одинокому королю, имея ферзя и короля. Посмотрим основные моменты. Первое. Мат можно поставить только на краю доски, как показано на диаграмме. Второй момент. Важно правильно отгонять короля на последнюю линию. Это нужно делать обязательно без шах. Также следим за тем, чтобы не было пата. На самом деле существует множество способов о том, как поставить этот мат, но мы рассмотрим наиболее простой на конкретном примере. У белых король и ферзь, у черных король. В этой позиции черные сходили король d2 и смотрим. Белый ферзь ограничивает прямоугольник, из-за которого черный король не выбирается. Значит, основной момент здесь заключается в том, чтобы ферзь как бы нападал на короля как конь, буквой Г. При этом он отрезает одну горизонтальную вертикаль, которая ход за ходом будет уменьшать площадь прямоугольника. Черный король, допустим, ходит король Е3, ферзь Д5. Играем вновь так, чтобы сохранялась конструкция буквы Г. Король Е2, ферзь Д4, вновь буква Г сохраняется. Король Ф3, король Е5 и вновь буква Г. Король Ф2, король, ферзь Е4. И мы видим, что прямоугольник сужается. Король Е1, ферзь Е3. Король Ж2. И мы уже получили квадрат 4 на 4, площадь которого заметно меньше, чем той, которая была в начале. Продолжаем сохранять конструкцию коня. Король g1. Делаем до тех пор, пока король не окажется на последней линии. Перед тем, как сделать последний раз букву Г, мы должны обязательно проверить, а есть ли отход у короля. Да, отход у короля есть, это поле h1 и пата не последует. g4, буква Г сохранилась, король h1. После того, как король отогнан на последнюю линию и ферзь отрезал этого короля и стоит на предпоследней линии, мы начинаем подтаскивать короля. Короли должны встать друг напротив друга. Или хотя бы на смежных клетках. И ферзь g2 мат. Ну вот одна из конструкций матовых, которая может у вас случиться. Как мы видим, мат случился на краю доски. Посмотрим еще один случай, который может появиться на практике. Значит, ну опять-таки короля и ферзя поставим произвольно. И будем сохранять вот эту букву Г. Но во втором примере мы рассмотрим еще одну идею. То есть можно ориентироваться на букву Г. То есть ферзь, чтобы отрезал короля как конь, нападал на него. А вторая идея — это повторять движение черного короля. Король идет вниз, и ферзь тем самым тоже идет вниз. Король идет вниз, и ферзь преследует его, идет вниз. Король идет вниз, и ферзь также идет вниз. Теперь у короля единственная клеточка, король g2. Король идет вправо по диагонали, и ферзь повторяет этот же ход, идет вправо по диагонали. Тем самым мы видим, что король поджимается к краю доски, и мат в любом случае не минуем. Король h3, ферзь g5. Вновь повторили. Ну что, теперь король отрезан на последнюю линию, ферзь стоит на предпоследней, и мы можем подтаскивать своего короля. Бежим королем. Ну да, здесь два способа поставить мат. Есть ход ферзь g3, но мы более интересным ходом ферзь h5 также матуем черного короля. Ну что ж, сегодня мы рассмотрели механизм постановки мата короля и ферзя против короля. Для закрепления пройденного материала рекомендую несколько раз изучить данный видеоурок. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами на одной волне и пока-пока!